Космических высот герои нашего следующего сюжета пока не достигли, но они могут похвастаться тем, что их семейные узы укрепляются творчеством. Марина Аристова взяла в руки кисть год назад, пошла в кружок рисования вслед за своим маленьким сыном и теперь делает успехи. Постепенно осваивают сложную технику «мокрая акварель». Я побывала на выставке Марины и Даниила Аристовых в 27-й школе и узнала, что лев может быть улыбчивым, а пейзажи – воздушными. Тронутые золотом деревья почти без остатка растворяются в воде. А рядом речка, чуть прикрытая снежной скорлупой. Или лодка, уютно уткнувшаяся в берег. Матушка Марина Аристова умеет восхищаться божественным миром. Так называется выставка. А теперь учится ловить красоту кончиком кисти и растворять ее в акварели. Глаза боятся, руки делают. Надо начать. А оно потом потихонечку. За усердие Бог дает. Любое дело начинаешь. Господи, помоги, благослови. Это вот самые такие короткие молитвы, которые, в общем, в любом деле тебе помогут. Не, когда рисуешь, уже сосредоточен. Там у нас техника мокрой акварели осваивается. Ну, не очень я ее хорошо, конечно, еще освоила, но там пока бумага не высохла, надо успеть. Она не постеснялась сесть за парту с первоклашками, учится бок о бок с сыном. И вот ее работы уже обретают воздушность. Сын Даниил признает талант мамы. Такие впечатляющие. Художник у нас знаменитый, всех учит. Но она хоть поступила раньше, позже меня, но рисует лучше. А то как-то у меня еще так получается не очень. Скромничает. Чего стоит только эта харизматичная и задумчивая львица или улыбчивый царь зверей. Открывать в себе таланты никогда не поздно и не рано. Это доказали Аристовы. Не бойтесь творить, и, возможно, в вашей жизни разольются яркие краски, как это северное сияние в полярной ночи. Юлия Комкина, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».